Тогда еще раз, вы удовлетворены моим ответом? А? Ну, тогда вы свернете, чтобы провокации не было. Ну, я прошу вас, обращаюсь к вам по-человечески. Не провоцируйте людей. КПРФ против принудиловки, против QR-кодов, которыми заставляют людей. Каждый человек не животное. Ему тавро ставить не надо. Он каждый человек сам определяет. Доверяет он этой вакцине или нет. Власти доверяет он или нет. И задача власти убедить людей, чтобы...